Привет. Прямое включение из полей. Дело в том, что я поменял в своем дарте мотор со штатного на Brother Hobby T1 2800 киви. И после этого дарт у меня перестал нормально взлетать. Проблема на самом деле непонятная, потому что я в принципе ничего больше не поменял в конфиге аппарата, только поменял мотор и убрал шайбочки. Глубоких познаний в аэродинамике полета самолетов у меня как бы нету, но по логике, как мне показалось, не могут эти вот шайбочки влиять вот так кардинально, чтобы он заваливался на левый борт при броске. Были, конечно, у меня предположения, что это я его руками так криво запускаю, но 3 раза из 3 маловероятно. Я проанализировал логи, в которых, в принципе, подтвердил свою гипотезу, что бросок не влияет на этот разворот, потому что заваливаться он начал только после броска. Это видно по графику акселерометра, что вот он момент броска. И только после максимального ускорения он начал крениться на левый борт. Я начал копать дальше и накопал следующую информацию. Дело в том, что тримы сервоприводов левого-правого съехали во время не понять чего. То есть я вроде не делал никаких операций. Единственное, что я его в помещении заармил и вращал, ну, газовал, чтобы проверить, как этот мотор работает. Возможно, во время этого холостого хода произошла процедура автотримминга и тримы съехали. Я точно не знаю. Вот сейчас попробую запустить, и если он полетит ровно, значит проблема 100% была в тримах. То есть, что я сделал? Я вернул обратно тримы, посмотрел в старых своих конфигах, какие у меня были тримы сервоприводов, и поставил их. По идее, я ничего такого не менял, ни длины тяг, чтобы они могли измениться. Посмотрю и вам об этом расскажу. Ну, что могу сказать? Как могли видеть на видео, без всяких шайбочек, самолет прекрасно взлетел. Я не знаю, записалось видео с курсовой камеры или нет, что-то с флешкой там. Нужно флешку менять, потому что запись прекращается, видимо, не хватает скорости флешки. Но диверка записалась, и из диверки четко будет видно, что самолет взлетел прекрасно. Шайбочки не нужны для нормального полета. В принципе, шайбочек летит нормально. И что еще? В принципе, и все. То есть проблема была в слетевших тримах сервопривода левого. Он закручивал самолет в левую сторону. Вот, поэтому вот такое вот может происходить. И как-то это нужно отслеживать, потому что возникает оно спонтанно. Извиняюсь за качество видео. Пишу на фронтальную камеру телефона. Картинка
с телефона так себе. Но надеюсь, кому-то видео это будет полезным. Если это так, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока.